Пять обезьянок прыгали в кроватке. Одна упала и набила шишку. Приехал доктор и сказал: «Больше не прыгайте в кроватке!» Четыре обезьянки прыгали в кроватке. Одна упала и набила шишку. Приехал доктор и сказал: «Больше не прыгайте в кроватке!» Три обезьянки прыгали в кроватке. Одна упала и набила шишку. Приехал доктор и сказал: «Больше не прыгайте в кроватке!» Две обезьянки прыгали в кроватке. Одна упала и набила шишку. Приехал доктор и сказал: «Больше не прыгайте в кроватке!» Одна обезьянка прыгала в кроватке. Она упала и набила шишку. Приехал доктор и сказал мамаше: «Ну-ка положите их обратно в кроватку! Ну-ка положите их обратно в кроватку!»